Бывший председатель партии Гоминьдан Майн Цзю совершил визит в дом-музей Сунь Яцена в провинции Гуандун. Известный революционер, первый президент Китайской республики и основатель Гоминьдана родился в деревне неподалеку от Гуанчжоу. Деятельность доктора Сунь Яцена оказала влияние на многие поколения. «Мир, борьба, возрождение Китая» – так звучали его последние слова. Надеюсь, их помнят жители обеих сторон Тайваньского пролива. Я искренне верю, что остров и материк будут сотрудничать, смогут избежать войны, возродят китайскую нацию и добьются процветания. Это самое сильное желание нашего поколения. В прошлом году Майн Цзю также посещал исторические места в континентальном Китае. По словам бывшего партийного лидера, эти поездки символизируют мир и дружбу.